Так, ребята, привет! Давайте с вами сейчас посмотрим, как надо работать. Сейчас. Так, ребятки, привет! Давайте сейчас с вами посмотрим, как надо монтировать уголки. Вот такие пластиковые, когда у вас есть наружные углы, вам надо их защитить. Они бывают разной ширины, эти 20 на 20, и разного цвета. Они окрашены в массе, это, ну, гибкие ПВХ. Они облегают углы, и все будет нормально. Ребят, смотрите, что нам для этого надо? Перво-наперво нам надо их обрезать. Отрезать от 2,70 нам надо ту высоту, которая у нас есть. Значит, у меня для этого есть вот у меня дома советские ножницы по металлу. Вот такие здоровые. Кстати, они режут. И вот такие поменьше. Я их сегодня закрутила от руки. И они очень, надо сказать, очень острые. Теперь нам нужна рулетка с вами. У меня обычно двухсторонняя, 25 миллиметров. И обычно у меня 5 или 8,5 метров для квартир. Значит, смотрите. Ребята, я измерила высоту. И себе вот тут должна была нарисовать. То я нарисовала, не то. Вот тут я нарисовала. Вот с этой стороны. То есть я измерила. Вот мне надо кусочек над кабель каналом, например. Вот беру карандашик, рисую размер. И сейчас мы выкусим с вами. Вот у меня такие ножницы по металлу. Они бывают прямые, бывают под левую руку современные, под правую. Режется очень легко. Вот так ставлю в метку. Вот так. И режу. Вот они очень остренькие. Вот один рез есть. К нему подхожу вторым резом. Ребята. Вот так. Все, я отрезала. То есть режется очень легко. Вот уголок. Отмерили. И вот режем с двух сторон. Справа и слева. Мы молодцы. После того, как мы отрезали с вами уголок, что мы делаем? Нам надо его с вами на стену приклеить. Для этого существует, ребята, малярный скотч, экспресс-гвозди. Это я выбирала. Вот титан, ну это хорошая марка. И по отзывам. Стекло, пластик, керамика. Читаю, что именно они делают. Туба запаяна, носик. Сейчас мы с вами его отпилим, потому что, короче, пистолет полукруглый, ребята, я люблю. Вот он, полуоткрытый. Будете подавать, вот так. Нажимаете курок, вот тут. Вытягиваете, вставляете тубу и потом выжимаете. Для того, чтобы начать работать, ребята, для начала надо нам распечатать с вами вот этот кончик. И на носике тоже отрезать. Он тут прямой, но есть три риски. На самую первую сделаем. И тут отрежем ножиком кончик. Так, сейчас мне надо найти нож. И мы с вами сейчас все сделаем. Так, ребятки. Я у вас наверху оказалась. Вот туба. Ребят, пойдем резать. Ой. Нож и туба. Кладу и отпиливаю там, где она круглая. Кручу этот тюбик. Там дальше будет резьба. Резьбу сохраняем. Режем до резьбы. Ой. Сейчас можно другой ножичек взять. Который фиксируется. Берем с вами нормальный нож. Покачиваем тубу. Ha, ha, ha.
Все, ребят, я молодец. Все. Дело сделано, у меня тут бесцветный клей. Сразу завоняло клейком. О, уже к лезвию все прилипло. Так, кончик обрезали, ребята. Пойдем. Колпачок. Уже к этому титану. Сейчас ищем первую на скос и ее отрезаем. Также под скос. Вот, я отрезала. Надеваю кружок на шейку с изнаночной стороны. И закручиваю резьбу. Теперь беру пистолет, которым я вам показывала. Вот так. Сюда вставляем курок. И подаю. Ой, все нормально, надо отстрелять. Так, ребятки, теперь мы с вами сейчас какой будем монтировать-то? Эти два на тот угол. А этот у меня, эти тоже два. Так, сейчас мы его с вами все сделаем. Значит, сейчас наносим клей или такими штрихами в угол, или зигзагом. Сейчас я включу свет, чтобы было светло. Стремянку все подготовлю, и мы с вами будем следить за работой. Пока. Так, ребята, смотрите. Я сейчас буду наносить клей. За мной следите. На уголки. Вот смотрите, я их раскроила. Вот тут один лежит, а вон там два. Скорее всего, вот те два. Сейчас наносим клей и прижимаем их. Клей быстрый, поэтому надо работать очень быстро. Наношу клей такими зигзагами. Туда-сюда. Клей у меня бесцветный. Так, вот я нанесла. Сейчас берем, ребята, с вами скотч. И идем трудиться. Вот я нанесла все ближе к середине. Сейчас идем вот с вами на самый крайний уголок. Так. Креплю. Прижимаю рукой и закрепляю скотчем. Я люблю жидкие гвозди, которые экспресс. То есть они быстро встанут. Не надо вам часами их держать. У них моментальное схватывание.
прижимаю к углу. Отрезала я их на 4 сантиметра ниже, меньше, чем надо. Потому что тут будет плинтус. Вот так. Фиксирую. Так, первый есть, ребята. Сейчас с вами сделаем то же самое вот на этот угол. У меня, ребят, лампа, которую я купила недавно совсем. Вот за 8000. С деком мне из Беларуси парень переслал. Через 3 дня я получила. Ну, я его давно как бы запомнила. Он давно торгует. Проблем никаких нету. Тут 24 вольта у него SRAM ручка. Такая для переноски. И можно аккумулятор подключить. У него там разъемный кабель. Вот я могу включить-выключить. Без проблем. И очень длинный кабель, наверное, 1,8 м гибкий. Так, ну что, ребятки, давайте сейчас нанесем теперь еще вот на этот уголок. Все то же самое повторим сейчас с вами. Камера у меня... Штатив есть, у меня нету опорного, я дом забыла. Ну ладно, ничего. Так, сейчас. Так, ребятки, пойдем. Наносим на второй угол. Сейчас углы сделаем, потому что я их... Там старый уголок один остался, я его красила. Поэтому мне надо все единообразные, чтобы были углы. Так, нанесла. Колпачок одела. Пойдемте, ребята, сейчас его зафиксируем. Идем наверх. Эту стену я покрасила один раз. Сегодня хочу красить второй, поэтому предварительно хочу наклеить уголки. Клеек. Так, скотч. Фиксирую.
Так, прижимаю от руки. Там что-то проходной двор. К туалету, к раковине. Угол обязательно надо армировать. Вот многие не хотят, не любят они уголки. Ребят, ну как не трепыхайтесь? Вы можете не любить. Но моя основная работа – ходить и эти углы без конца подшпаклевывать. У кого нет уголков. Потому что они бьются. Так, здесь мы с вами сделали. Сейчас идем, там он коротенький, под кабель канала и сверху. Пойдем сейчас еще намазюкаем с вами. Так, где он у меня? Вон он лежит тут и кабель канал. Вот коротенький. Сейчас мы с вами нанесем сюда клей. И прижмем его опять. Все то же самое. Открываю носик и наношу в угол небольшим зигзагом, если получится. Можно просто точками. У меня бесцветный клей. В среднем хватает где-то на 15 погонных метров. Отстреливаю, закрываю. Так, пойдем, ребята. Клей нанесла, размер вырезала, не дохожу до плинтуса, потому что высота плинтуса, ну, я приблизительно задала около 4 сантиметров. Тут кабель-канал у них. Прижимаю. Беру скотч. Фиксирую. Вот небольшими такими кусочками. Так, сейчас пойдем с вами наверх.
Так, я взяла клей, ножницы на всякий пожарный и сам кусочек. Сейчас примерю еще раз. Если лишка дала, значит подрежу. Пойдем, ребятки. Да, лишнего надо бы еще отрезать. Как я вам говорила, беру ножницы по металлу, режу с одной стороны до угла и со второй. Беру жидкие гвозди, выдавливаю и прижимаю. Фиксирую скотчем. Так, отстреливаю, ставлю, прижимаю. Так вот. Так, здесь мы сделали, ребят. Сейчас мы идем с вами там за холодильником. Колонна старая. Почему я это затеяла до покраски? Потому что мне надо будет их покрасить в тон. Потому что там в колонне, на колонне, которая за холодильником, ребят, там один старый. Я его не стала срывать, потому что там все в пустоту. Вот два новых я вырезала, один старый остался. Так, сейчас я клеем его нафиксирую и к вам приду.